Друзья, всем привет! Рад видеть вас у себя на канале. Сегодня мы приготовим супер быстрое блюдо из серии «Если ужин быстро нужен». А плейлист на моем канале называется «На скорую руку». Сегодня мы будем жарить пельмени. Жарить мы их будем на сливочном масле. Мы быстро достаем сковородку, зажигаем огонь на среднюю мощность и ждем, пока она разогреется. Сковородка разогрелась, отправляем туда кусочек масла. Масло растопилось. Отправим туда наши пельмешки. У нас сковородка антипригарная, но все равно я их подкручиваю. Это блюдо на скорую руку. Всегда у всех есть в морозилке пельмени, а приготовить его всего 5 минут. И это будет очень вкусно. Перевернем их вот таким хаотичным образом. Вы знаете, когда пока они подтаяли немножко, чтобы тесто стало мягким, я их хочу подсолить, потому что до этого они были мороженые. Туда бы соль бы не прошла бы. После они будут поджарены, туда тоже не пройдет. А сейчас, мне кажется, соль туда чуть-чуть впитается. А поперчим мы их потом, когда будут готовы. Вот так мы с двух сторон обжариваем. Делаем небольшой корочку. Итак, друзья, смотрите, они начинают дымиться. Начинает подгорать масло, а пельмени могут подгореть. Что мы сейчас сделаем? Появилась корочка. Я убавляю огонь до самого минимума, вообще до самого минимума. И отправляю, накрываю их. Чтобы не открывать и не мешать их, у меня есть такой секретный способ. Такая фирменная прокрутка. Пусть готовятся. Итак, друзья, в общей сложности, я думаю, под крышкой они у нас находились минут, 5. Через каждые там 2-2,5 минуты я их перевернул. Вот, они готовы, на самом деле они готовы. Все, достаточно. Калор, что надо, внутри фарш приготовился. Поэтому выкладываем их на тарелку. У меня есть вот такое интересное блюдечко, красивое. И выкладываем их сюда. Вот сегодня детишкам любимый обед. Итак, друзья, у нас получилось сегодня супер замечательное блюдо. Оно понравится всем, и взрослым, и детям. Сначала мы их пожарили на сильном огне на сливочном масле, потом накрыли крышечкой и немножко потомили минут 7 под крышкой. У нас фарш внутри готов, а снаружи румяная красивая корочка. Готовьте пельмешки только так. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, удачи!